Трудно сказать, но, наверное, у них есть какие-то личные взаимоотношения. Но такое ощущение, что не очень близкие. Я думаю, скорее об этом можно говорить как именно об отношениях между Россией и США, стран, которые они представляют как президент. Я думаю, что у меня нет ощущения, что личный фактор какой-то имеет значение в этих взаимоотношениях. Я не думаю.